тетрадон карликовый. Очень маленькая рыбка, она примерно с одну фалангу женского пальца в длину. Вот в таком мини-аквариуме живет. Далее голубоглазка изящная. Вот, видите, одна, видимо, с икрой, потому что уж больно пузатенькая. А вторая страняшка тоже маленькая-маленькая рыбка размером примерно с губки. Дальше у нас сомик панда и микросбора галактика. Вот это, видимо, у нас микросбора галактика. Нет, это сомик панда. Почему он красный, а не белый, я не поняла. На картинке он белый. А вторую рыбку, тоже очень махонькая рыбка. Вторую рыбку я почему-то не вижу. Здесь у нас микросборы Бригитты. Это вообще очень маленькая рыбка. Она примерно как наконечник ватной палочки. Полностью от хвоста до мордочки она как наконечник ватной палочки. Очень маленькая, полупрозрачная, можно сказать, невесомая рыбка. Микросбора изумрудная. Вот чуть побольше. Видите, она вот такая как бы сливается с травой и сильно не обращает на себя внимания. Дальше у нас брахиданио лирио. Рыбка маленькая, но очень яркая и красивая. Вообще я здесь вижу две рыбы, полосатую и желтую. Но почему-то аннотация только к полосатой. Может быть, они также по полу могут быть разные расцветки или по возрасту. И очень резвые эти рыбки. Не стоят на месте. Далее у нас сомик пигмей. Тоже очень крохотный, такой как гуппи. Даже может быть меньше, но точно не больше. Ревулус синеполосый. Так, и где этот ревулус? Или ревулус? Кто бы он ни был, почему-то я его не вижу. То ли он очень маленький, то ли он любит прятаться. Значит, идем дальше. А креветка, красный кристалл, вот они, это прям креветки, прям те самые, которых мы едим, только очень-очень маленькие, но тоже, да, примерно как наконечник ватной палочки, от самого хвостика до самой головки, очень крохотные креветочки.